У жителя деревни Новофрязино, пенсионерки Галины Ляткиной, сегодня первый день занятий. Галина Павловна проработала в сфере здравоохранения более 50 лет, но выйдя на пенсию, решила освоить то, без чего в современном мире не обойтись – научиться пользоваться компьютером. И связь, и вот даже можно вызвать врача на дом, можно там еще какие-то вот такие житейские вопросы, оказывается, можно разрешить вот таким образом. Век стремительного развития технологий, представить себе жизнь без интернета и гаджетов просто невозможно. Однако разобраться в системе пожилому человеку самостоятельно тоже сложно. Но, возможно, с помощью специалиста, благодаря открытию классов компьютерной грамотности в нашем городском округе, печатать текст, регистрироваться на сайтах или же просто общаться в чате может научиться каждый. Классы уже работают в Щелкове, Медвежьих озерах, Монине. Вот теперь такой открылся и в Гребневе, в местном клубе, где новоиспеченные студенты уже начали получать знания. Обучение компьютерной грамотности в настоящее время – это просто, я считаю, жизненной необходимостью. Потому что действительно это очень удобно. Удобно завести личный кабинет по любым коммунальным услугам, удобно посмотреть движение своих денежных средств по счетам там, в том же банке. Это очень удобно. Это не заставляет человека куда-то ехать. В настоящий момент, да, мы набрали 7 человек в группу, но я думаю, что это первое, это начало самое, поэтому и если они будут рассказывать своим сверстникам, своим соседям, поэтому я думаю, что группа будет увеличиваться. 2 занятия в неделю в течение 2 месяцев. Специалист готов поделиться знаниями, и сам компьютер – вот составляющие, ведущие к успешному результату. Желание ветеранов быть современными технологиями на «ты» поддержали власти городского округа Щелково. Так, на сегодняшний день абсолютно бесплатно курсы успешно прошли более 150 пенсионеров, и это далеко не предел. Все классы полностью оборудованы, один компьютер рассчитан в среднем на 2 обучающихся. Мне отрадно, что число студентов увеличивается, и конечная цель – все должны уметь читать и писать на компьютере. Анна Балиет, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».